Кстати, накануне стало известно, сколько жителей края переедут из аварийного жилья в новые квартиры уже в следующем году. Расскажем об этом в рубрике «Цифра дня». 5000. Столько жителей региона переедут из аварийного жилья в следующем году. Ключи от новых квартир они получат в рамках федеральной программы переселения из аварийного и ветхого жилья в Алтайском крае. В частности, завершат переселение в Бийске. На Наукоград приходится больше половины аварийных квартир. Здесь жилье закупят для 4158 человек. Отметим, федеральная программа в крае работает уже 4 года. За это время в новое жилье переехали уже более 6 тысяч жителей региона. Это почти 2500 жилых помещений общей площадью свыше 87 тысяч квадратных метров.